Ну что ж, всем привет на моем 285-м стриме. И мы, как обычно, теперь, я надеюсь, в воскресенье разбираемся с незаконченными делами. В прошлое воскресенье у нас было незаконченное дело, это реквест Дайкора по Изи Рейпу в Боше. А сегодня Wings of V. Wings of V. Последний босс. Последний нахрен босс. Унылый такой, сложный. Если честно, вообще его неохота убивать, но надо. Я собрался с силами, я смогу. Всем привет, Владиславу, Индивис, Гантриггер. Так, сейчас, во-первых, тут хотел кое-что попробовать сделать. О! Отлично, я буду играть теперь в большом окошке. Надо только перезахватить. У меня же теперь два монитора. Я впервые в Wings of V играю с двумя мониторами. И... ну, короче, вы поняли. Теперь я могу играть в большом окне. На весь экран, практически. Офигеть, так непривычно. Wings of V на весь экран, блин. Привет, Такиш. Так, это раз. Вертикальная синхронизация, а почему выключена? Ладно. Смотрите, я тут нашел одну штуку. Лидербордс. Ну как нашел? Ну я почему-то не обращал внимания, да? И тут интересные факты есть. Ну, Владиславу, это опять, это не зрители. Это не зрители. Это запоздалый подарок на день рождения. Смотрите, на... так, сейчас... на ангел моде игра проходит за 35 минут. На Mortal моде 36 минут. Смотрите, там за 16 смертей. Но посмотрите, на хеллспауне люди прошли, то есть без смертей. Но без смертей, но с кучей хп. Далее. Привет, Альзорго. На демон моде за 48 минут. И демон плюс думит. Люди проходят на демон плюс думит, серьезно. Я думал, только Cake Souls прошел. А вон их сколько, вы посмотрите. 12 человек прошел на демон плюс думит. Охренеть. Причем Cake Souls прошел два раза. Один раз за 315 смертей за 2 часа 37 минут. Стоп, как мне? Как мне? А нет, никто. Я посмотрел. То есть вот Hellspawn и Doomed никто не прошел. Вообще на Hellspawn'е и Doomed'е, даже на Ангел моде нет. То есть вот, Hellspawn и Doomed'е это слишком жестко, даже на Ангел моде нет такого. Сейчас опущу. Ну вот, видите? Даже, ну почему? Ну а Cake Souls, я думаю, в принципе, может. Но это тяжело, да. Это даже на ангел моде тяжело. Представляете, надо всю игру пройти без урона. Без сейвов. Вообще, то есть без урона. То есть получил урон, хоть где, хоть на последнем боссе. Начинаешь игру сначала. Ну такое. Привет, Гоги. Ох. В
82%. 7361 час 52 минуты. Ох, какая же это жесть. У меня, короче, тут стульчик завезли. Теперь я со спинкой сижу хотя бы. Как нормальный человек с геймпадом, со спинкой. Правда, нету этих подлокотников, но все равно. Кстати, заметьте, игра версия 1.12. А в Стиме нету чейндж-лога для 1.12. Есть только для 1.11. Неизвестно, что в 1.12 он добавил. It's bashy time. Ох, ни хрена себе, у меня тут одежка. Так, что тут вообще как? Нет, клавиатуру я не купил еще, Владислава. Потому что я бы, может, ее прямо сейчас бы заказал, но проблема в том, что я еще все еще не уверен. Вы представляете, зашел, короче, в магазин у нас в городе, этот, Эльдорадо. У них не то чтобы Razer Black Widow нет, у них вообще нет механических клавиатур. Вообще ни одной механической клавиатуры, Карл. В Эльдорадо нормальный магазин, типа там, до хрена всего, там электроники, там, ну вы знаете, блин. А, вспоминаем. Да, хрен поймешь тайминги, я помню, да. Хрен поймешь тайминги на вот эту хрень. А как от этого уворачиваться? Потратил, по-моему, нормально. Привет, П2. Да хомяков почему? Не знаю, нормальный магазин. Ну, то есть, ну... Короче, магазин как магазин. Какая разница? Ну, давай, Гоги. Ну, чё же по делу, видишь, Good Game не хочет. Чем Эльдорадо отличается от, не знаю, от NVIDIA или там от DNS? Какая разница, лол? Что за дискриминация Эльдорадо? Ты покупаешь там товар, который вообще как бы... Они же его производят. Точно так же они закупают у любого поставщика тот же самый товар абсолютно. Какая разница, лол? Да как от этого уворачиваться-то, я не понимаю. Но дропов ноль. Ну, не знаю, сервак смените. Да, но на официальном сайте Razer, Эльдорадо, NVIDIA и DNS, официальные дилеры Razer в России. Ну, в любом случае, это как бы в моем городе, ну понятно, у меня маленький город, видимо, вряд ли тут каждый день покупают механические клавиатуры, надо в МСК ехать. Гоги, как определить тайминг дурацкий, я не знаю. Ну серьезно, как? А, ты ушел уже, ну ладно. Как тайминг этого падения понять, я не знаю. Ты говорил, какой-то ты звук нашел, никакого звука нет. Да при чем тут заказывай? При чем тут заказывай? Мне нужно не заказать, мне нужно, чтобы в магазине подключили клавиатуру к моему планшету. И там будет прога, которую я написал вчера.
или когда там позавчера, чтобы понять, могу ли я делать однофреймы или нет. Предпсиху нет, я вряд ли буду спидранить эту игру. Ну, как обычно, то есть я не могу, не буду говорить там никогда, да, таких слов, но что-то вообще сейчас не вряд ли, вряд ли. Отгадал. Ясно. Хрен знает, но я не понимаю, когда он попадет. Да, лол. Я не понимаю, то есть получается, что на Doomed моде, ну, тут сам по себе не умираешь, да? То есть видите, у меня ХП тратится само по себе, типа там у него ядовитое какое-то воздух или что-то такое, испарения какие-то. А... Ну, а на Doomed моде, ну, тогда, получается, это ваншотало бы, но, естественно, тогда было бы это невозможно пройти. А как тогда? Стоп, но его ведь... блин. Короче, я не знаю, есть же ачивка пройти его без урона. Что ты делаешь? Взял, вылез прям в меня.
давал, но он задолбал. Да как от этой атаки уходить, когда он сверху головой делает? Я знаю, что она будет, что он ее сделает. Но я не понимаю, как от нее нормально уйти? Только вот так отлетать, что ли? Блин, неужели я ориентир понял? Надо проверить еще раз будет. Что-то мне показалось, наверное. А, это? Блин, 4 хп потратил. А я не помню, кстати, сколько у меня максимум ему сносил. По-моему, половину. По-моему, половину я ему сносил. Нет, что-то хрен, наверное. Мне вначале показалось, что я услышал, что там типа заканчивается такое шипение, но что-то, по-моему, нет. Закончились прыжки. Зато я от лазера ушел. Не, все-таки, по-моему, есть там звук этот. Просто я то ли слоупочет, то ли чё, хз. Ну должен быть ориентир, но не может быть, чтобы не было ориентира. Блин. Вот это вот атака вообще хрен знает, когда он так кружочек делает. Привет вас, папе. Ну, это начальный рейтинг. А сейчас он быстро упадет. Через 6 минут. Где-то.
Хорошо, пробил его. Хорошо. Ой-ой-ой, все. Ну, в смысле, все, минус 20. Блин, это тупая его атака. А, у меня просто ХП по времени закончилось. Ну, то есть, от яда. Ну, короче, надо точно научиться его вот этот вот длинный тайминг понимать. В принципе, это было не очень плохо. Ясно. Лазер вообще пока для меня impossible микрить. О, размикрил. Но это как бы такой, ну, повезло как бы. Привет, Кельмер. Да, ну это последний босс, это последний, последняя стадия последнего босса. Supreme же Hall. Да я хрен знаю, что-то странно, этот звук, он иногда пропадает, иногда нет, я не понимаю. Да лол, иди ты. В пень. Где он? Главное, то вот эту пентаграмму долго не задевать. Я не знаю точно, там дело в долгу или в чем, но если она тебя обжигает, это просто жесть. Это может сказать уже 100 потов смерти. Ну я не успел, я знал, что уже лазер, но куда я мог деться? Тупо не успел. Блин. Блин. Ну это жесть. Мне просто не хватает здоровья, именно, видите, я из-за яда умираю. Ну, не всегда, но иногда. Ну, в общем-то, довольно часто. Надо постоянно хпшки брать.
Блин, он не заморозился. Ну его нахрен. Но опять же, если будет фаза с криком, то и хрен я что сделаю, мне просто закончится. Ну, не будет. Привет, Райс. Да лол. Ну это все, можно в принципе рестартить. Но рестартить я не буду, потому что пока все равно шансов убить нету, надо хоть тренить фазы какие-то, я хз. Стоп, а по его телу тоже урон проходит? По хвосту? Я думал только по башке что-то. Внезапно. Ладно, лучше так, хоть урона нанесу. Ой, надо скайп отрубить, да? А, не, вам же не видно. Уведомлений. А, ну все равно, вдруг кто-то позвонит. Надо хоть красное поставить. Не успею, не успею. О, ни хрена. А, не-не-не-не-не, я знаю, что сейчас будет. Да, я сейчас фигню сделал. А где надо... Она справа, что ли, это сделала? Привет, Карина. Это Mortal Mod. Найтрики, ты вчера то же самое говорил про босса из Контры. Хардкорпс. Ну это, конечно, уже сливчик, но пофигу. А вдруг что выйдет, как говорится. Ну ничего не вышло. Ну все, я даже до лечилки не дойду. Ну да, это первое прохождение моего Mortal Mod'а. По сложности игра
отнюдь не проще, чем Боши при первом прохождении. Не проще, чем Боши на Average. Единственное, что она в начале проще, в начале несложно. То есть у нее сложность более плавно нарастает, чем у Боши. У Боши там ты туториал проходишь, и сразу первый экран такой с этой стеной, да, типа сложно. А тут начало реально такое простое, да, но зато потом... Да ну я хрен знает, ну я хрен знает. Ну да, Снап, привет, вон стоит рыба ловит. Ира. Все? Ну, под все я подразумеваю безысходный урон. Ух. Давай, рыбу свою. Ну, Снап, незаконченные дела. Незаконченные дела надо завершать. Request от Айкора я прошел. Сейчас Wings of V пройду. Ну как сейчас? Вряд ли сегодня. Да, это финальная стадия финального босса. Если я вот это вот убиваю, срань, у меня пройдено Wings of V будет на Mortal моде. Но это самый сложный, вроде бы, я так, ну как мне говорили, типа... Это реально самое сложное в игре. Ну, Soul Green как обычно, короче. Soul Green в своем духе. В своем стиле. Да где звук не пропал на этот раз? Ну лол, я не знаю, просто это такая бред. Просто унижает меня, просто унижает. Привет, Пипионик. Wings of V. Ну, на Твиче же написано, что за игра. Wings of V.
Если я пройду этого босса, ну как если, ну когда, давайте когда пройду этого босса, я надеюсь, я могу так говорить, то я попробую пройти, короче, на ангел моде, но боссов я буду проходить всех без урона. Ну, если ачивки будут открываться, то точно пройду. Если ачивки открываются только на Мортале или выше, то тогда, ну, нахрен. Привет, Гейнстори. Близняшек, ну, жесткий, ты что я могу сказать? Нет, это не максимально, это средний уровень сложности. Ну, стандартный, тип, предки Bosh. Mortal Mode. Тут есть Ангел Мод, Mortal Mode и Демон Мод. Это Mortal Mode. Да ну ты задолбал вот такую фигню делать, честное слово. Ой. Почему он не может просто съесть ангелочков, вот тех, которые стоят там, рыбу ловят. Блин. Ну, когда я умираю, он же их съедает, а что сейчас мешает? Прям вот надо обязательно вначале виз есть, да, а потом уже остальные, ну такое. Зря из этой хпшки полез. Ну, они-то щит сделали, но потом-то тогда куда их щит девается? Между прочим, аметист, по-моему, изи его вальнуло бы в одиночку. Лоу. Вообще изи. Своими сраными черепами там или чем-то еще.
Ясно. Ничего не знаю, мне хпшку надо. Задел глаза. После смерти, ну понятно. Вначале пушечное мясо, а потом уже добивают своими силами, да? Не, подожди, нам показывают вообще-то, Снап. Нам вообще-то показывают, что происходит. Ты что-то путаешь. Ты меня запутал. Ну сейчас-то, когда умру, ты смотри внимательно, что происходит. Нет, защита от спама нет. Но сам спам ограничен. Ну то есть шарики, видишь, 4 шарика могу только пускать. Ну, а потом типа перезарядка. Ну, я не совсем точно описал, ну, не суть. Да лол. Вот, смотри. Оп, оп. И там где-то. Оп. Ну, в ближнем бою, да, но ближний бой здесь только если вот когда его замораживают. Так где? Я не понимаю опять. Через раз, как-то через раз понятно там, когда делать нужно. Лечилку пропустил одну. Прикалываешься, что ли? Так не, так, ну, понимаешь, если он их сожрет, то у Ви не будет вообще никаких шансов. Никто не будет делать лечилки, и от его крика никто не спасет. Ну ладно, заморозка это такой, типа, опциональная вещь, да? Но вот то, что я перечислил, это, ну лол, тупо ГГ, ВП. Странно, вообще странно, вот это жопа.
Как же понять это? Понятно. Нет остроты на падение. Ну, то есть, я не понимаю тайминг этот. Или там звук вроде бы, но он по звуку что-то не получается, он какой-то рандомный. Думаешь, Снап? Да ладно. Ну хрен знает. Да вряд ли, Снап. Тут даже, то есть ты с уроном проходишь, и то хватает. Ну, то есть от самого босса урон еще получаешь, да? И хватает с лечилками же. Ну, с заморозкой, да, но тем не менее. С уроном. А если без урона? Только от яда. Да ладно, я лечилку не взял. Да ладно, ну как я урон-то получил? Ну я же в яме был, нахрен. Что за жесть? Я не понимаю, я просто не понимаю. Кривые хитбоксы, это к чему? Кривые хитбоксы никак не оправдывают тайминги на дурацкой по фазе, когда он падает. Я не понимаю. Если я это не пойму, я не пройду босса, вы понимаете же, да? Если я не пойму, когда он падает, я вряд ли пройду босса. Вряд ли. То есть только если повезет просто. А я не понимаю, когда он падает. Я как бы чуть ли не рандомлю, я пытаюсь что-то уловить, но это такое очень слишком субъективное какое-то. Просто тайминг пытаюсь почувствовать, но это сложно. Это, ну, как-то рандомно.
Хрен, вот видите, не прочувствовал. Отлично, 5 сек тайминг, это такой изи вообще. Представляешь себе 5 секунд тайминг? Это нереальный тайминг, 5 секунд выдержать. По-моему, 6, я считал 6. Но это нереально, 5 секунд тайминг ты никогда не сделаешь точно. То есть, чтобы было 5 секунд с точностью до там 10 миллисекунд, скажем, да? Никогда так не сделаешь. Привет, Джокер. Так опять 5 секунд начиная от чего? 5 секунд от чего? По идее, нужно считать от того, как последний глазик загорится полностью. Ну, чтобы самое меньшее был тайминг. Да что ты делаешь? Зачем? Слишком большой. Где-то секунды 3. С момента, как последний шарик появился. Вроде. А где? Справа она оказывается. Подкат, ну нет, это сложно. Это сложно. Я и так-то тут обо всем думаю. Мне еще подкат делать. Охренеть, цветы крестовины еще. Вряд ли. Я тупо даже не добежал. Я думал, почему-то, что он лазер будет сейчас делать. Да нет никакого рандома.
Я 3 секунды подождал. Зря, зря, ну зря. Ну надо было пофигу урон получать. Ну видно же, что не получилось. Блин, дурак. Что он там делает? Шарики могут в любом порядке появляться, понятно. Я не вижу, когда последний шарик появился. В этом проблема. То есть последний шарик может проявиться где-то справа. Я его просто не вижу. Привет, ДМС, это и есть вторая фаза. Да, Стап, об этом и речь. Об этом и речь. Что это ужас. 4.46 это с какого момента гейнстория? Нужен стабильный ориентир, откуда начинать считать. Да, сохранение между фазами. Более того, даже место действия меняется. Ну забей, Салгрин, конечно, упорот, но не до такой степени. Чтобы еще без сейвов эти две фазы. А что, тут есть какие-то пульсации с нами? В смысле, какие пульсации? Я не видел тут никаких пульсаций. Какие пульсации? Где? Но я думаю, когда ты будешь в это играть, ты не будешь, не сможешь за этим следить. Тебе нужно прыгать, а не смотреть, как там экран трясется. То есть, если ты тупо стоишь, то это другой вопрос.
Да, 7, я заметил сейчас. 7, да. Но это жесть. Давайте попробуем на это ориентироваться, но это такое. Взял смерть на уровне, добавил. Потрясывания, конечно, слишком незаметные, когда ты играешь, очень тяжело за ними следить. Я вообще, если честно, раньше не знал, что экран трясется. Не, вот когда урон наношу, понятно, да, заметно, что урон и этот тряски. Хороший ориентир, Снап, спасибо, хороший ориентир. Нет, Снап, это не сарказм, это на самом деле хороший ориентир. Нет, нет, ну почему сарказм? Я на самом деле. Что, похвалить уже нельзя сразу сарказм? Ну, Гоги, ну, я не знаю, пока что мне вроде бы это нормальный ориентир. Но я запомнил, что ты сказал. Если что, попробуем. Я пока не пойду за клавиатурой, потому что я не знаю, хочу точно ли эту покупать и с какими свечами. Потому что я не уверен, что я смогу одно фрейм прыгать с ней. А, странно, я думал только 5 стрясок произошло. Это задолбал меня в яме урон наносить. Ладно, попробуем старту Гоги в следующий раз. Ну так, для разнообразия. Секунду после окончания рева ждать?
Да нет, я по-моему он там рёв вообще не заканчивается, рёв тупо. Он вообще не заканчивается, рёв. Нет, Гоги, ты... Ну что ты сказал-то, лол? Он вообще не заканчивается. Ты слышишь, чтобы он сейчас закончился? А, ну отлично. А как я должен был успеть? От звука полета? Какого звука полета? Три, да? А что такое звук полета? Я не понимаю, что такое звук полета. На самом деле 3 секунды, 3.3 это не сложный тайминг уже, ну такой, ну сложный, но терпимый. Но только понять бы, что так, а что такое звук полета? Я думаю 3.3 я бы смог бы контролировать. Понятно, 3.3. Только что сейчас сделал. Понял, что за звук полета, фразу, которую он говорит. Звук полета, блин. То ли я все-таки не от того звука считаю? Привет, Торыч. Так от какого звука все-таки? Ну а ты можешь человечески объяснить, от какого звука? Когда именно этот звук происходит? Что визуально происходит в этот момент? Но я не понимаю, от какого-то там звука ты написал? Ну какой звук полета? Я не понимаю. Напиши прям вот хорошо, чтобы я точно понял. А, он дольше летел, поэтому я... Значит, я все-таки звук правильно понял. Просто он дольше летал. Значит, только встряски, значит, только встряски, походу. Ну да, ты FF не стримишь, а обещал пройти все. А, это было 6, я думал, это было 7, ну ладно. Точнее, наоборот, это было 7, я думал, это было 6.
успею. По стряскам пока самая лучшая, по-моему, сторона. Она тяжелая, но по крайней мере это довольно четкий ориентир. А не какие-то внутренние часы, которые так, ну, могут быть нестабильными. 4, 5, 6, 7 ледышки. Надо посмотреть. Нет, после ледышки секунды 4 прошло. Сейчас. Да, я понял, какой звук. Мне показалось, что если бы на 3.5 я сделал бы, то бы я слишком рано ушел. Да не, да какие три? Да какие три? 3.5. 4.5, мне кажется, там похоже. Ну, либо у меня тайминг кривой, да, возможно. Да. Три, четыре, я хрен знает вообще. Забей на эти точные подсчеты, они мне вообще никак ничего не дают. Я понял, у меня секунды были слишком быстрые в моем тайминге. Они на самом деле медленнее в реале идут. У меня эталон секунды в голове сбился. Обо что я умер? Об глазик об этом? Блин, хоть метроном включай. Блин, я забыл посчитать. Сработало хотя бы.
Почему? Ну я вроде считал. Ну давайте я W split включу. Но я не знаю, это типа таз будет уже, да? Так где мышка-то, ну? Где мышка-то? Почему мышка не отображается поверх игры? Как свернуть игру, не видя мышки? Это жесть. Ну потому что от лазера уворачиваться нужно, чтобы надо его заранее увидеть. То есть нужно, когда ты слышишь, что идет лазер, нужно, во-первых, это осознать, что сейчас будет лазер, и быть уже в подходящем месте, ну, более или менее, чтобы вниз успеть. Ну, короче, это редко получается. Почему запаришься с таймером? Я его не буду выключать, если ты об этом. А, альтап, ну да, кстати. Стоп, только подождите, мне нужно переместить это куда-нибудь вот сюда. Привет, Чанси. Нет, я не Ванга, чтобы предсказывать лазер. Блин, еще арифметику включать. Вот на таймере было 29 секунд. Нужно было понять, что мне нужно подкат делать на 31. А, ну тот неудобный. Так, ну 0.5 было. А, куда? В смысле? Нет. У него рандомный выпад атак. Как я могу предугадать, когда будет лазер? Вообще-то уже часок другой прошел. 3 часа уже прошло на этом боссе в сумме. Правда, последний раз был 21 декабря. Как можно РНГ предугадать? Странно. Почему-то не про канала. Нет, РНГ нельзя предугадать. Ты ошибаешься. На то оно и рандомное. Привет, Зеро. Да, чуть-чуть не дождал. Ты не знаешь, что такое Random Number Generator? Если бы можно было предугадать, хотя бы программно, то можно было сделать бы очень много крутых вещей. Но его, в том-то и дело, что он специально сделан так, что его невозможно предугадать.
взял, задел еще. Ну охренеть. Ну блин, меня вот дурацкая хрень задела. Нет, с таймингом, ну такое, на самом деле, насчет понятно. Как это псевдоранд? Ну, в смысле, ну... Блин, это вообще сейчас не в тему. Это сейчас сказал, совершенно не в тему. Понятно, что это псевдослучайные числа. Но это не значит, что их можно предугадать. И уж тем более не человеку. Естественно, есть. Например, он говорит какую-то там фразу, либо звук. Ну, это да. Но это же не есть предугадывание рандома, правильно? Это просто, ну, ты замечаешь начало атаки. Ну, на звук или на визуально. По разным признакам, но это не предугадывание рандома, лол. А что это за девочка на картинке, снап? Да чуть-чуть, ну чуть-чуть не попал, ну какого хрена? Не знаю такой мем, снап. Есть песня карты, в которой карта минуты две орёт ровно два слова «Я карта». Чего? Я вообще ни слова не понял. Тяжело по таймеру ориентироваться, потому что, ну, он же начинается, казалось, сколько миллисекунд. Не ориентируюсь только на секунды, а это, ну, такое.
хватит здоровья. Ну, пока хватило. Скотина, ну это, по-моему, я не помню, это рекорд по урону или нет, но явно что-то типа того. Ну я вот уже сказал. Ну на сегодня это точно прогресс, на сегодня точно прогресс. Блин, я опять не услышал лазер. Успел схавать лечилку. И он задел меня, офигеть. Что ты издеваешься? Ну хоть лазер не задел. А, все, здоровье закончилось. Дало, слишком это не глубоко опустился. Пофигу, пофигу, ну не падай, ну нет. Ну я же отменил уже прыжок. Ну... Блин, такая хорошая попытка была, охренеть. Привет, Серега Экса.
хрен с ним. Да, хрен с ним, нахрен с твоим лазером. Блин, фейл. Залажал, залажал. Ладно, опять. Лазер, ну не могу пока лазер я. Не могу я пока в лазер. Блин, мне хпшки нужны. А, я думал, она меня не заденет. Ну, Роляна, да. Ну, ничего, пройдет. Ну, тем не менее, даже на демон моде прошли. Даже... Сколько? 12 человек? В смысле, я имею в виду, думит демон. Это вообще жесть какая-то лютая. А, там не 12, 12 результатов, человек там меньше, 9 что ли. Ну это просто срань, это я хрен знает. Хорош, ну лол. Чё такая клавка, ну блин. Ну фигню начал какую-то делать. Я не знаю. Наконец-то заблочил рутрекер, мой пока нет. Да ну, таляй. У тебя внизу открылась стенка. Подожди, Гентриггер, ты что, не на стрим проходишь? И на ангел моде? А, нет, или это не ангел мод?
Там стенка была справа, она открылась после того, как ты портал убил. Да, снап, ну такое. Ну, скорее всего, там снап имелось в виду, что типа ваши дети могут попасть там или что-то типа того, да? Ну хрен знает. Ну, это была плохая попытка изначально, я не старался. Да ну ты срань, такая срань. Ну мне кажется, заморозка пропустил, можно резетить. Не, ну то есть если заморозка пропустил, а сам урон не получил особо, то ладно. Но если заморозка пропустил, он врезался в тебя, то ну это... Нафиг. Давай, на стрим, конечно. На Mortal моде, да, только? Потому что, ну, ангел мод, ты же понимаешь, да? Я не помню, ты вроде говорил, что на Mortal будешь проходить, да? Вот это тебя ждет на Mortal моде, Gun Trigger. Такой милый босс. Еще с тремя головами, а которые в пещере. Ну, неплохо, неплохо, слепое прохождение. Ну, у меня тоже слепое прохождение, полностью слепое. Я даже ни на каких боссов никогда не подсматривал страты никакие в интернете. Но единственное, что иногда, ну, чатик то, что если подсказывал, ну да, ну это как бы другое дело. Чатик это нормально. Да что ж ты сволочь такая, ну... Хм.
Надо же, Найтбот до сих пор работает, странно. Я его не включаю руками. Нахрен. Ой-ой-ой. Есть. Есть, два раза лазер. Я пропустил тайминг. На удачу. Ух! Три раза лазер пережил. Ну, в смысле, пережил без урона. Эй, ну. Ну нет, успел! Охренеть. Ладно. Блин, нет, не ладно, у меня хп все. Ангел мод это вообще, это просто игра для детей от 3 до 5. Вот ангел мод, я вот потом, просто ради интереса, я пройду ангел мод за стрим. Естественно, я абсолютно уверен, что я пройду ангел мод за стрим. Причем это будет довольно короткий стрим. Я не знаю, мне кажется, в 2-3 часа уложусь. Просто чтобы вы увидели, ну, те, кто не видел, что такое ангел мод в этой игре. Ничего, сейчас таких еще будет полно попыток. Это до того места доходить, это должно быть уже стабильно. На удачу. Нет. Не засек тайминг, к сожалению. Ой. Блин, мало здоровья, очень. Для начинающих ангел мод не будет сложным, чонсы. Ну, я не знаю, ну, когда с кого считать начинающим, да? В принципе, Defender прошел больше на Average, но Defender, например, ангел мод почти прошел за стрим. Он дошел до предпоследнего уровня. Почти до Азурил, по-моему, дошел. За стрим. Впервые играя. Нет, ангел мод это легкая игра, ты говорю, от 3 до 5 лет.
для детей. Ну, реально, он настолько облегчил. Смотрите, ты получаешь в 2 раза меньше урона от врагов. У врагов слабее атаки, ну, то есть их меньше, да? У боссов в 2 раза меньше здоровья. У тебя розовые платформы, которые тебя спасают. И в 2 раза больше сейвов. Это вообще просто, это не игра, это не хардкорный платформер на Ангел Моде. Нет, абсолютно она ничего не должна. Она никому ничего не должна. Есть полно игр, которые очень сложные для людей там и так далее. Даже в Стиме. Она никому ничего не должна. Он мог там спокойно вообще не делать ангел мод, и ему бы никто и слова не сказал. Ну, в смысле, ну, публикацию бы в Стиме разрешили бы. Это его дело, какой сложности у него игра, а не Valve там или кого-то. Так что просто это он так захотел. Блин, все, не хватит здоровья. Мне не хватит. Понятно. Hey, Rising Moon. Да ну, Эльзорга, я не верю, что застрял. Нет, больше на изи моде гораздо сложнее. Гораздо сложнее больше на изи моде, чем ангел мод Виза Софии. Я вам говорю, больше на изи гораздо сложнее, чем Wings of Fee на ангел моде. То есть не просто чуть-чуть, он реально гораздо сложнее. Блин, так сказал, что я неправильно тайминг чуть-чуть рассчитал. Ладно. Успел. Я слышал лазер, но задел. Ну это ГГ. Посередине ты появляешься. Привет, Инферно. Так, раз,
Нет! Где тайминг? Лазер. Что-то он часто это делает, лол. Хей, Бланка. Yes, it's Wings of V. Hardcore platformer game from Saul Green, author of I Wanna Be the Boss. Не то чтобы вполне реально, это ты сделаешь абсолютно легко за короткий стрим. Че он, кстати, говорю, я же это сделаю, я вот как-то пройду, я специально сделаю, я вам прокажу, просто я вот думаю, что я в 3 часа точно вложусь, это максимум. Ну, инферно такое, да. Секундомером. Он уже натикал 37 минут. А, and this is final boss. Да задел, ну нахрен. Ну, гизер слабый, значит. Вон Cake Souls ее спидранит даже на демон моде. За что-то 48 минут, что ли, или что-то такое, не помню. Сколько время? 16:28. Знаете, скоро, ну не знаю. Я, конечно, потерплю еще, но минут может через 30, но может через час. Не знаю, надо поесть мне пойти будет. После чего продолжим. Ладно.
плохая попытка. Да лол, еще от этого не увернулся. Подожди, он не в той стороне. А, через пару недель. Сейчас. Версия игры уже 1.12, и не написано, какие изменения в самой последней версии. Да лол, ну да ну его нахрен. Задолбал не попадать на заморозку, ну что, что твоя проблема? Я не взял лечилку, ну, бред. Ладно. Блин. А ты чем? Надо было увернуться, я же мог явно сейчас. Хавал. Вообще, конечно, довольно странный дизайн монстра, да? То есть это вот то, что у него по центру, такое ощущение, что это глаз, но ему же надо чем-то видеть, да? Но в реальности это рот. Ну как-то, то есть я понимаю, что там демон, да, может быть по-разному всякое, но все равно. Ну, должна быть какая-то логика, ну... Ну да, Инферно, это такое.
слишком хороший спидран, но это смотря каких результатах ты добиваешься. Он в третьей камере, там, вон сколько фейлов, и тем не менее, все равно хорошие спидраны. Иди нахрен, Джихоу. Нет, ну просто, ну вы понимаете, ваши все слова, ваши все вот эти тактики, они разбиваются там в дребезги, потому что вы не понимаете, что он их ваншотает. Если он их ваншотает, то лучше страта это убить их сразу. Ну какая разница, Ви, она не сможет его убить за это время, пока он с ними разбирается, потому что с ними не надо долго разбираться, он их всех убивает за 5 секунд, или сколько там. За это время Ви у него может снести, ну сколько там, ну 2 там хп, это даже то какой 2 хп там, фигню вообще снесет. Вряд ли над ним пролететь можно. Ну не знаю на самом деле. Может и можно, в принципе. Как-то. Но это только если прям рядом с ним стоять. Зачем я это сделал? Почему я не предугадал эту атаку? Ну, в смысле, не среагировал. Они ульта босса не действуют, потому что они в щите стоят.
Но тем не менее съесть он их может. Так что его ульта это просто съесть тупо. Которой он почему-то не пользуется, пока вижу его. Ну, вернее, пользуется, но это почему-то лишь наносит немного урона. Вот сейчас. Успел в щит попасть, ну просто я здоровье хотел взять. Да, здоровье само уходит, потому что у него там что-то ядовитое какое-то поле или испарение, я не помню. Сюжет, короче. Да ладно, ну удаляй. Почему это плюс это так и порой? Ну отлично, прям сужение пошел. Не знаю, вот инферно. Возможно, что на Домит моде там все-таки не отнимается здоровье. Я не знаю, как это сделано на Домит моде. А если ты про ачивку, то возможно там в конце надо взять лечилку и в этот момент его убить там, типа, ну я не знаю, если честно, меня тоже такой вопрос интересует. Опять, ну опять. Ну
успел. Привет, Блэк Джек. В каком смысле, как мне игра? Это последний босс. Ну, то есть ты так спрашиваешь, будто бы я только начал в нее играть. Ну, вообще игра муторная. Игра муторная. Она угнетает очень сильно, морально унижает. В отличие там от Воши или от чего-то. Я от нее подустал. Я подустал от Wings of Fee. Я в гробу ее видал, честно говоря. Я уже ее дропал кучу. Ну как дропал, ну, типа. Забрасывал на какое-то время много раз. Честно, ну, так она угнетает меня, так угнетает. Начиная, наверное. Начиная с босса аннихилятора, она меня угнетает. Просто жуть, просто жуть. Ну, хотя пока держимся. Не удержались. Испугался дальнейшего, но ну, я тоже испугался дальнейшего. И не зря. Но тем не менее, пока вымучил вот до последнего босса. Ох, ну это реально я вымучил. Я просто это вымучил. Это ужас.
это уже хреновая попытка. Которой нечего ловить. Ну, по крайней мере, я урон не получил. Не очень, ну пипец. Ну все, я тупо не успею. Я тупо не успею до лечилки. Ключом. Удачи, Чонс. Я даже сейчас есть пойду. Я давайте один раз давайте вот сделаем более-менее хорошую попытку. Я пойду есть. Да опять я смерть себе добавил на уровне 59 смертей. Ну ладно. Что такое хорошая попытка, определяю я. Пока все хорошо идет. Пока. Но это слишком рано судить. Пока все отлично идет. Ну. Не очень отлично, но это все еще хорошая попытка. Ну, не успел. Блин, ну что ж ты такой... Блин. Ну это даже максимальный прогресс на сегодня. Мало того, что хорошая попытка, это еще вообще максимальный прогресс на сегодня. А, да, так и вблизи больше. Ну, по крайней мере, там спам больше. Ну, Гейн Стори, ну, очевидно, что я буду пытаться, да, естественно. Объявляется перерыв. Перерыв. Так, сейчас я напишу, что это перерыв. Так, на двух языках напишу, потому что у нас есть и англоязычные пользователи, зрители. Я не знаю, как это правильно писать. Напишу break for food, короче. Я думаю, главное, что смысл понять. Ну что ж, перерывчик заканчивается. Сейчас будем продолжать. Так, геймпад. Правда, не знаю, может попозже еще небольшой перерывчик сделаю.
там, типа, чай попить тоже надо будет. Ну, пока так продолжим. Привет, Михаил. Hello, HP. Пошло. Я не знаю, я что-то запутался. Когда издалека бежишь, то тайминг тяжело поймать. Я так и не понял, что такое Potion.
привет, ты расскажешь, что такое Potion? Расскажи. У меня нету, как видишь. Да ты задолбал, ну что ты делаешь, одну и ту же атаку ты постоянно, ну. Блин. А, да? Странно. А как она зарабатывается? Я даже не увидел этот лазер, в смысле не услышал. Блин, не взял лечилку, ну лол. Может успею? Успел. Как получилось-то? Комбо. Комбо-бомба. Да ну, ты что, задел что ли? Ну ты... Ну лол, да ты издеваешься. Ну как можно так быстро среагировать нафиг? Ну... Да даже дело не в реакции. Если я просто далеко стою, это все. Это все. Просто если далеко стою. Значит, меня то во второй... Как это? Не знаю, типа цикле... Направо, что ли, все время держаться? Ну, блин. Ну, блин, не стоит далеко. Нормально. А он что, по количеству атак это делает? Да ладно. Я не знал. Да ну задел.
Привет, Лёха. Ну, потому что это последний босс. Не знаю. Потому что Сал Грин делает хардкорные игры. Не знаю, почему он толстый, но... Потому что... Лечилка просралась. Блин, нахрен я направо подкат сделал? Ну что за лалка, ну? Все равно не хватит, по-моему, здоровья. Ну понятно. Ну я же не буду без урона идти. Да, конечно, Блэкджек, конечно. ВКонтакте там пиши. Да ты уходи, ну что ты, блин, мне на первой атаке урон наносишь? Офигевший, что ли? Ну зато хоть в лед. Хоть с уроном, но зато хоть в лёд, а то вообще был бы фейл. Да я бы даже не выпрыгнул, если бы даже урон не получил, но я лалка. Получил, по-моему, еще с урона, да? Ты че? Что это сейчас было? Так себе, короче. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Приятного аппетита, Джихоу. Брата я хэ, зафу, есть сырых ангелов.
Ну, это можно уже удалять. Ну, пофигу. Попробуй пожить. Когда будет фаза ульты, он меня унизит, если не раньше. Раньше, понятно. Блин. Не понял, где он. Не все, но да лол. Но это рекорд по урону. Это рекорд по урону. Странно, а это была плохая вообще-то попытка, я вначале кучу хп слил. Неужели я потом так держался хорошо? Вау. Хреново получилось. Блин, не взял лечилку, ну, пожадничал.
Стоп. А, он это сделал? Я думал, он лазер делает. Ясно. А сколько я ему здоровья оставил? Чуть не обратил внимание. Не хочу. Пока без урона иду. Ага, все. Лучше выжить. Ой-ой-ой, ну давно я от этого урон не получал. Ну, ну нахрена. Ну это сейчас глупо было. Надо 2 хп ему точно снимать без урона. Ну, короче, примерно до первого льда. Тем не менее, рестартить я не буду пока. Что он делает, я не понимаю. Ну... Почему он так действует, непонятно сейчас. Это ладно, потому у меня не было особо выбора, только либо так, либо вообще никак. Ульта? Нет? Ясно. Че это, ну вот, блин, ну половина хп уже почти слил.
Он не заморозился. Да лол, ну ты задолбал такую фигню делать. Я потерял тайминг опять. Сколько я там не дошел? 2 пикселя? Это игра такая честная. Привет, Зеро, еще раз. Я ему 4,5 оставлял. Это хрень слишком. Привет, Space Meat. Опять он непотребство делает. Уже нажал, вот уже нажал, но. Блин, не успел. Ну, в принципе, нормально пока что. А, у меня не было прыжка, да ладно. Я не за... Серьезно, я не дотронулся до платформы?
У меня после полета не было ни одного прыжка. Да, тут персонаж больше, он ничего не дает абсолютно, он просто морально помогает. Ну типа, когда у тебя есть больше, то чувствуешь, что ты затащишь. Привет, нище. Короче, днище, как я разберусь с Wings of E, а разбираться с Wings of E я буду по воскресеньям. Да, сейчас. Вот. Будет 140, короче. Тоже воскресенье, не знаю в какое, в какое-то из... Я теперь по воскресеньям разбираюсь с незаконченными делами. Ну, формально я 140 даже не начинал, но в любом случае я же обещал поиграть. Срань-то, а? Но как видишь, тут пока еще не особо пахнет тем, чтобы я разобрался с Wings of E. Вот он, кусок. Так мне нравится. Вот так нормально. А не то, что там, блин. Ах, ты ж, ну ладно. Отлично. Ладно, не суть. Блин, задел. Это плохо. На самом деле тупо повезло. Пока это предел для меня. Вот тут 4,5, там сейчас 4,7, да, ну вот это вот предел пока.
Насрать. Я не знал, если честно, тайминг что-то в этот раз совсем. Решил не рисковать, мне хпшки нужно было брать. А, ну опять он подлянку эту дурацкую сделал. Вот, поротый я. Ну все, все. Тупо все. Тем более. Это удаляй. Что-то не пошло, так не пошло. Привет, Дмитрич. Сочувствую, Дмитрич. Ну, крепись. Блин, ну я же жал. Фигню сейчас сделал. Thank you.
я уже урона кучу получил просто. А может вот это поставить ему оружие? Ну вот сперманьяк вроде бы за 17 часов полковника убил. Ну это такое, конечно. Повезло, наверное, отчасти. И да, я из тех, кто верит в пироманьяка. Я на полковнике за 3 часа дошел до фазы, которая перед кривыми. Один раз. До фазы с, семенами 3, по-моему, раза. Да, 3 или 4 раза. Да, пыли, ну, раз 20, наверное. Стоп, я же оружие переключил, какого хрена? Что-то босс у меня просто выматывает этот. Да как и все боссы в этой игре, просто каждый босс выматывает. Я вот после стрима я буду пельмешек просто сидеть, буду как пельмешек. Бесформенное нечто. Не, слишком близко надо подходить, я думаю, с этим оружием. Может даже наоборот вот это включить тогда. Стоп. Шарик? Блин, еще раз. Девять, десять. А. Мне кажется, оно даже слабее, чем шарики, этот ближний бой. Значит, ближний бой нежелателен, получается.
Зоб, а если этот именно ближний бой? 21. А шарик 18. Ну, да, чуть-чуть лучше. Какого хрена? Ну я же правильный тайминг беру, ну серьезно. Такой бред, ну почему? Ну либо неправильный, но тогда его хрен сосчитаешь. Ну его реально хрен сосчитаешь, этот тайминг. Это вообще такая тупость просто. Почему я должен страдать из-за того, что у меня с внутренними часами может быть проблема? Да ладно, внутренними, я уже таймер себе поставил. И что, что устал? Да, я устал, но тем не менее. Где моя лечилка? Где моя лечилка, блин? Пока нормально.
Просто это жесть. А, все. Просто была хорошая попытка? Нет хорошей попытки. Опять. Я Хэза. Повезло. Просто повезло. Блин, да ты упоролся, ну. Ну все, приехали. Я не посчитал, сколько там секунд надо было. Задел. Еще раз задел. Надо как-то постараться находиться так, чтобы видеть его всегда. Но это тоже такое. Из-за этого вот я вот так могу попадать.
Где мой второй прыжок? Нету. Просто нету. Сбил меня с толку. Дернулся я из этого лазера, думал типа размикрить попробовать. Да как-то не очень. Как-то не очень. Задел, ну потому что там, блин, тяжело было. Ну я уже нажал подкат, но он уже не сработал. Слишком поздно. Финал фэнтези сыграй. Тоже хотел покемонов постримить. В смысле ты не знаешь, что поиграть?
Ладно, лечилка закончилась. Ты хотел заметить, говорил, что ты хочешь постримить покемонов 3D. Разве не было такого? А почему даже хвост? Он что, обычно не смеется ни над чем? Что-то я такого не замечал за ним. Логика называется, то даже хвост со смеху умер, а даже потому что я ему это показал. Я не понял, ладно, не важно. То есть, типа, если бы ты не показал, тогда понятно, что он бы смеялся. А тут ты показал и даже после этого он смеялся. Ну, короче, я не понял. Не могу в это больше играть. Я не могу в это больше играть. Такая жесть, такое уныние, так оно гнетет. Просто не могу в это больше играть. Что там у него в 12-й версии-то хоть написано на сайте? Последнего поступить, и я так хочу дропнуть его. Офигеть просто. Поверь, это так, такая грусть, печаль. Просто вообще. Я поиграл сейчас, ну, примерно 4 часа. Да. Все, я не могу, просто я сижу и не понимаю, что просто я не хочу в это играть. Понимаешь, я не хочу играть в это. Все. Ладно. Я не знаю, то есть на самом деле я еще могу постримить, но в целом, да? Но правда что, не знаю.
Ну, Wings of Fee не хочу вообще что-то. Ну, все равно в следующее воскресенье опять будет Wings of Fee. Но... Что такое? О, я знаю, кому сейчас захостим. Там, короче, Snap стримит. Давайте зайдем к нему там в чатик понапишем. На самый прогресс, да, прогресс в виде выключения игры. Че, пойдемте к Снапу. Все, всем пока тогда, давайте. Увидимся завтра, наверное, на Камиле. А Wings of Fee в следующее воскресенье.